еще один год в Латинском квартале. Я с большим удовольствием всегда прихожу в Латинский квартал, иногда даже некоторые дни отпуска провожу. Понимаете, вот я вот сейчас шел по улице, ну, там нехорошо ходить. Я смотрел телевизор, там, ну, тоже выключить хочется. И только здесь, в Латинском квартале, все происходит как-то по-другому. Как-то очень по-доброму, очень четко. Ну, слушайте, сегодня был очередной образцовый концерт. К этому уже все привыкли. Да? И сколько не был я на конкурсе, сколько не читал отзывов, там везде пишут одно и то же. Я не знаю почему. Наверное, потому что вы занимаетесь делом, Светлана Эдуардовна и Сергей Борисович, которые любите. И делаете это дело хорошо. И вас поэтому все называют высокими профессионалами. И самое приятное, что смотрите, сколько красивых людей вокруг вас занимаются красивым делом, увлеченным. Я в восторге. Я рад, что этот год прошел и ожидаю следующего. Желаю вам счастья и хорошего отдыха. Всем вас! Те, кто сумел дожить до конца этого концерта, я имею в виду танцоров, приходите сюда, и мы с вами сделаем модное нынче селфи. Давайте, поднимайтесь все на сцену, смотрите, у нас как красиво, у нас цветы.